Борис, а на что похожа восьмерка? Восьмерка? Ну, наверное, на матрешку. А еще подумай. Тяжело. Ну, наверное, на снеговика она похожа. А вот если посмотреть боком... Боком? Тогда она похожа на... На бесконечность. Похожа восьмерка на бесконечность? А, ты, наверное, намекаешь на бесконечную любовь, которую мы желаем каждому нашему телезрителю. Конечно, дорогие друзья. Именно бесконечной любви и бесконечного счастья мы желаем каждому. Зажгутся звездочки на небе, как всегда, осветит томным светом землю вновь луна. На утро солнышко взойдет и налегке моя душа летит к тебе, к одной тебе. Ты женщина, белее дня, темнее женщина, которой больше я не встречу. Женщина, яснее звезд и ярче солнца. Женщина, так будь для нас, как свет в окошке. Женщина, белее дня, темнее ночи. Женщина, которой больше я не встречу. Женщина, яснее звезд и ярче солнца. Женщина, женщина. Идут года, и знаешь ты наверняка, кому из нас пойти вперед за облака. Придется повернуть с пути назад, кто счастье встретит и споет с тобою Влад. Ты женщина, белее дня, темнее ночи. Женщина, которой больше я не встречу. Женщина, яснее звезд и ярче солнца. Женщина, так будь для нас, как свет в окошке. Женщина, милее дня, темнее ночи. Женщина, которой больше я не встречу. Женщина, яснее звезд и ярче солнца. Звезды.